посмотрим. Между тем, жители Светлодарска сообщают, что боевики ВСУ минируют дамбу Кураховской, Углегорской ТЭС, плотину Углегорской ТЭС. Я был на этой плотине, ничего там смертельного не произойдет. Ну, подтопление, конечно, нижележащих домов не будет, но никого не смоет. Но вот смысла в военном плане, по большому счету, это не имеет.